При словах «штамп» «штампованный» у многих, особенно творческих и интеллигентных людей, возникают ассоциации с чем-то массовым, дешевым, а потому и неинтересным, ну а в понимании тружеников коллектива художественного производственного предприятия «Софрино» это очень значимая часть производственного процесса, без продукции которого не обходится практически ни один другой цех. Итак, в этот раз мы понаблюдаем за секретами штампозаготовительного и давильного цехов. Их поджигают в печке и делают во второй раз полностью уже готовую чашку чая. Чтобы попасть сюда от заводской проходной, средним шагом надо идти минут 10. Хотя, чтобы не опоздать на рабочее место утром или на электричку в конце рабочего дня, у многих это получается гораздо быстрее. Цех встречает посетителей мерными ударами работающего прессового оборудования. Работа, прямо скажем, монотонная, требует сноровки и тщательного соблюдения техники безопасности, чтобы не случилось какой-либо беды. Ну а вот со стороны даже и интересно понаблюдать, как из плоских кусочков металла рождаются за несколько секунд различные необходимые в церковном обиходе детали и предметы. Ну и, конечно же, ризы для недорогих печатных народных икон. Кстати, очень неплохого художественного качества. Секрет успешной работы здесь для глубоко верующих людей – это возможность чтение про себя кратких повторяющихся православных молитв, как это рекомендуют святые отцы во время занятий рукоделием. И тогда рабочий день пролетает незаметно, укрепляет духовно, да и весьма приличные по местным районным меркам стабильные заработки 25-30 тысяч рублей – это хороший стимул для безупречной качественной работы. Вы находитесь на штампозаготовительном участке, где производится, соответственно, тот материал, те изделия, которые изготавливаются путем штамповки, холодной штамповки. Вот. Где-то здесь применяется и тепловая обработка, соответственно, металл имеет специфику напряжения, где снимается это напряжение и продолжается изготавливаться эта деталь. Наш участок, как говорится, цех, вот. С самого начала основания этого завода. Соответственно, когда-то в начале было мало изделий, там десятки можно было перечислить. И престолы, потиры, это всякие лампады, кадила, кандила. Ну, свыше 2000. Соответственно, они все, эти детали украшаются. И, соответственно, идут в продажу. И каждая церковь имеет возможность приобрести нашу продукцию, которая является, в принципе, и не в принципе, а является хорошей продукцией, потому что к нам приезжают постоянно, берут у нас постоянно, что позволяет обеспечивать все цеха, находящиеся на нашей территории всего огромного завода. Евгений Алексеевич Пархаев, являющийся нашим директором, постоянно модернизирует наше производство. В частности, и в настоящий момент приобретаются новые пресса соответствующие, новые станки, гидроабразивные, там, давильные станки, ЧПУ, вот, которые как бы это помогают тяжелый труд облегчить человека и, соответственно, повысить производительность труда. В частности, рядом мы стоим с гидроабразивным станком производства Швеции. Вот, можете посмотреть на него. Перспективы на него возлагаются огромные, так как он может делать и орнаменты там какие-то делать, и резать металл любой толщины, вот, и с точностью, там, с погрешностью 0,0 миллиметра, что позволяет лишнюю обработку и лишний металл не использовать уже. Соответственно, это экономия денег, и производительность опять же возрастает, и удешевление продукции, соответственно, идет. Ну, все одно за другим тянет.
согласно программе, любое этот там силуэт, радиус, там круг, квадрат, прямоугольник, все это она вырежет. То есть дает большие, очень большие, это, ну, пока что мы не знаем, но перспективы. Но нас этому обучат. Сейчас вот приедут еще представители, которые будут обучать программированию, потом сканированию. И уже наши уже, ну, молодые, вот, как говорится, специалисты, которые будут работать на этом станке. Большая экономия получится в дальнейшем. И в конечном счете, конечно, это все оборудование окупится. То, что работает этот станок, например, вот это все делается за 3 минуты. Представляете, сколько здесь всяких этих. 3 минуты. Это чтобы человеку просто даже разметить, соответственно, не 3 минуты, только разметить на этом куске. А здесь уже это будет деталь готова. Ну, мы говорим, мы много чего не знаем, нас этому обучат. Какие функции еще будет нам выполнять? Ну, ожидаем очень много всего этого. Думаем, будет стоять очередь за нашей продукцией еще больше. Так, это у нас гидрорезка будет использоваться для резки металла различной толщины. Также она может использоваться для гравировки. То есть не до конца прорезать, а рисунок наносить какой-либо. Ну, в основном будет использоваться для серийной продукции выпильной, для ускорения процесса технологического. Ну и для эксклюзивных заказов, естественно, тоже. Я занимаюсь разработкой новой продукции, связанной с церковной утварью какой-либо. Вот. Частные заказы поступают. То есть многие хотят какой-то эксклюзивный проект. Мы с ними работаем непосредственно с заказчиками. Совершенствуем серийную продукцию, опять-таки. Мы работаем с металлом, со всем, что можно из него сделать. То есть используем какие-то готовые детали или разрабатываем новые, которые нам нужны, какой-то конкретные вещи. Вот. Недавно делали мазокскую ризу, например. Там под чеканку нужно было составить узор, чтобы его потом вычеканили. Вот. И мы это все дело разрабатывали, отрисовывали, чтобы чеканщику рабочему было понятнее, что конкретно делать, где там объем придать, где его не нужно совершенно. Вот. Лично с заказчиками общались, естественно. То есть отправляли им эскизы, они утверждали, корректировали. Длительный процесс. Рисование – это всегда интересно, создание чего-то нового. Плюс интерес в том, что сначала ты видишь это в качестве рисунка, идеи какой-то, а потом уже готовый продукт. Это всегда здорово. После успешных испытаний водоструйного лобзика, так полушутку уже придумали этому чудо-станку из Швеции, здесь народное название. Мы переместимся на второй этаж, где прямо над цехом со штамповочным оборудованием находится участок сборки и монтажа церковной утвари. На этом участке изготавливается самая главная вещь, которая находится в храме, то есть сердце храма, это престол. Он находится в алтарной части. То есть без него не может быть там ни службы, то есть храм без него не может существовать. То есть это самое первое, что должно стоять в храме. Престолы изготавливаются в основном как бы вручную. Вот. Есть какие-то детали, там и штампозаготовительный участок принимает в этом участие, значит, гальваника принимает участие, полировка. Вот. И последняя инстанция – это уже мы, то есть сборщики. Значит, ну, престол он монтируется он из гладкого листа латуни. Основание нижнее и верхнее – это тоже гладкий лист латуни. Мы ему придаем профиль, обрезаем нужный размер. И уже начинаем собирать с собой все эти детали. У нас получается как бы в черном виде каркас. И уже на этот каркас мы ставим библейские изображения, именно те, которые хочет заказчик. Или же серийные стандартные изображения, которые у нас есть в наличии. Значит, ставим эти изображения, подгоняем их, и после этого он уже у нас идет на полировку, цех полировки. Там престол, значит, полируют, промывают его от пасты. И после этого в специальных тележках люди его перевозят в цех гальваники на покрытие золотом или никелем. После того, как он пройдет цех гальваники, какая-то часть детали идет на роспись эмали. То есть,
А какая часть идет сразу обратно в цех? То есть пока расписывается эмаль, мы уже ставим каркас. Эмаль. Получаем эмаль с участка эмали. Ставим его на изделие, и у нас получается в конечном результате готовое изделие. То есть на изделие уходит, ну, в общей сложности срок исполнения заказа. То есть месяц. Ну и там же в зависимости от сложности изделия, то есть может быть месяц, может быть 2 месяца. Вот. Но мы стараемся, как бы, чтобы всех заказчиков удовлетворить, как бы качественно, быстро и в установленные сроки предоставить людям то, что они хотят. Еще на этом участке подготавливаются, значит, аналои центральные, которые стоят в центре храма. На них обычно в праздники кладут икону. Там, если праздник в честь Казанской Божьей Матери, значит, на этом аналое присутствует икона Казанской Божьей Матери. Вот. Они тоже изготавливаются из латуни. Вот. Туда идут детали литейного цеха, также гальваника, также полировка. То есть, в принципе, все то же самое, только разные модификации. То есть аналоги сейчас, в данный момент, мы изготавливаем ориентировочно где-то видов 7-8 у нас выходит. Престолов жертвенников сейчас 17 модификаций мы имеем. Вот. Но как бы, каждый год мы стараемся вида 2-3 новых, то есть дать потребителю, чтобы как-то разнообразить ассортимент уже. Здесь нам удалось узнать еще один довольно-таки неожиданный софринский секрет, который до недавнего времени интересовал очень многих заказчиков. Как вы уже видели, здесь как бы не роботы, здесь не конвейер, как некоторые думают, что здесь конвейер стоит, как у нас приезжали, спрашивали, говорят, у вас как на ВАЗе. Вот, нет, это здесь делается все вручную. Делают 1-2 человека. Участки у нас сейчас как бы по всему заводу они находятся, потому что продукция у нас увеличивается по количеству. Раньше было намного меньше ее, мы умещались, в принципе, на одном этаже. А сейчас мы, вот здесь вы находитесь на участке престолов. Там вы были у нас, это как бы непосредственно глава нашего цеха. Еще у нас есть участок переплета и изготовление церковных книг. Потом есть также у нас участок, где изготавливают лампады, более простые и более дешевые. То есть есть дорогостоящие лампады. Есть более дешевые. Там у нас работают женщины, они при сборке намного проще. Вот. Как бы вот весь участок, все участки, как таковые. Сейчас мы вот находимся на участке престолов, аналоев. То есть это где крупногабаритные вещи изготавливаются. Поэтому и выделили отдельный этаж. Было намного проще собирать. То есть вы видите, что они не маленького размера. Приходится вокруг него находиться, двигаться и параллельно, соответственно, собирать другие вещи, какие-либо заказы. Вот. Ну, вот сейчас вы видите самый простой – облачение на престол. То есть это не престол, а облачение на престол, металлическое называется. Также делают облачение на жертвенник. Оно более красочное, то есть престол он деревянный, это как бы деревянная тумба находится. А вот сверху на нее ставится вот такое облачение. Оно еще также застекляется, чтобы не могли, ну, как бы оно не пачкалось, более долговечно было. Ведь будущую святыню пачкают и оскверняют, по большому счету, лишь человеческие грехи. Но в силах каждого христианина стараться хотя бы противодействовать тем волнам злобы, неурядиц, нестроений, которые по нашему молитвенному нерадению и произволу наполняют наш суетный мир. Но ведь и та толика благодати и красоты, которые наделены выполненные с любовью и мастерством религиозные церковные предметы мастерами Софрина, это ведь тоже прямая и ощутимая поддержка нам всем, грешным и праведным, идущим по пути веры, который указал нам сам Господь.